Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, и сегодня, как вы уже можете заметить, мы находимся не в Пиксельмоне, а находимся на карте, где мы строим различные дома. На заднем фоне, и уже, в принципе, сейчас вы уже можете видеть, сколько мы различных домов тут построили, но я как-то уже давно не строил. Я не знаю почему, может, некоторым людям не нравится строительство, может, не все любят его, но, в принципе, так же, как и другие какие-то прохождения игр или, например, прохождение карт, потому что многие люди просто любят Пиксельмон и ничего больше другого. Но я надеюсь, что вам это... постройка понравится, потому что эта постройка с нашего пятого, это у нас уже пятый или какой сезон Пиксельмона, то есть, мы будем строить наш дом с пятого сезона Пиксельмон, да. Потому что многие люди меня уже просили построить этот дом, говорили, ух, какой красивый дом, Эдисон, пожалуйста, построй его, я тоже такой дом хочу, и, в принципе, я решил его построить. Я, может, немного буду тупить, в то время, как я буду его строить, потому что я тот дом не планировал строить, я просто, знаете, на ходу все придумывал, что куда поставить, как куда лучше сделать, что переставить и что куда лучше запихнуть, поэтому не скажу, что дом получится прям точь-точь-точь-точь такой, как у нас в сезоне Пиксельмона, но хотя бы похожий, и кто захочет, тот, в принципе, тоже сможет хотя бы такой же построить. Ну что, ребята, начинаем. Я думаю, что вот так. Сначала у нас тут 4 блока вот этого, разницы, да? Мы строим, ну, допустим, 4 вот так, высоту. Потом нижний слой мы ставим кобблстон и сразу шерсть. Потом, потом опять поднимаем вот это. И... сразу делаем такой вид, можно сказать, окошко, да? Только у нас тут вроде вот так, два, да? Тут ставим еще раз, вот так, два блока дерева. И сразу же ставим вот, 1, 2, 3, 4, 5. И опять два блока дерева, вот так. Тут можно тоже, в принципе, поднять, потому что это все нужно будет поднимать, но я пока что не знаю, на какую высоту. Тут делаем окошко. Какое у нас там окошко? Ну, допустим, вот так, да, у нас окошко. Тут можно тоже так же сделать. Так, сейчас давайте сделаем с другой стороны. С другой стороны у нас делается все точно так же. Сначала кобблстон снизу, потом сразу окошко делаем. Тут мы уже... нет, вот так, да? Сразу окошко делаем. Тут тоже можно поднять, но это немного потом. Сейчас тут, как нам тут сделать? Тут тоже два блока в длину, можно сказать. Вот туда у нас идет длина, да? Потом 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И также два блока дерева. Так же, как с другой стороны. В принципе, дом такой симметричный. Он и с одной стороны, и с другой точно такой же. Только тут мы не два окна делаем, а одно. Но хотя, чтобы сделать полностью все симметрично, давайте сделаем два. А потом, если что не так получится, то мы поменяем, да? Тогда давайте уже сразу поднимем наш дом на один уровень вверх. Вот так, да? Сейчас тут. Тут мы ставим... вот так. Получается, ну, я не знаю, как это. Буква L английская, да? Если с той стороны смотреть. И сейчас. Это сейчас уберем. Сейчас. Тут. Тут 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде 6. Давайте посчитаем. Вот. Тут у нас 1 окошко. Тут у нас 1 окошко. То есть вот так. Окошко, 2 блока. Окошко, 1 блок. Вот так у нас получается. И сразу же поднимаем. Вот так. И с этой стороны делаем так же, как с той стороны. То есть вот такие три блока, как буква L английская. Если смотреть отсюда, да? Ну, только буква L была бы вот так. То есть она длиннее, но у нас она укороченная. Можно и так сказать. Да. Тут можно сразу стекло поставить, но это мы сделаем чуть позже. Ну что? Сейчас тут мы делаем 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тут у нас будет небольшое окошко. Вот так, да? Тут мы сразу делаем вот так. И продолжим... Нет, вот сюда мы ставим. Или... нет.
Ну, короче, продолжаем вот так. С этой стороны вроде нужно обойти вот этот столб дерева. Можно и так сказать. Тут мы тоже так ставим. Поднимаем все это. Вот так. И тут... Тут тоже. Тут вроде три блока нужно. И три блока без окна, потому что тут у нас за этой стеной будет лестница. И... ну, не будет смотреться через это окно на лестницу. Поэтому, в принципе, будет глупо. Так. Сейчас. Сюда мы поднимаем один столб дерева. В смысле, делаем. Возводим, можно и так сказать. И сразу за ним другой и третий. То есть, вот такие три столба. Так. Сейчас. Тут нам нужно сделать 6 блоков. То есть 6 блоков в длину. То есть вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас тут мы, в принципе, все это закрываем, чтобы было нормально даже внутри смотрелось. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замечательно. Тут тоже мы делаем 3 блока, точнее 3 столба с дерева. Вот так. Тут вот это все тоже закрываем. Потом, если что, внутри мы это все уберем, если это будет, ну, глупо смотреться, можно и так сказать. Сначала давайте пока что вот так. Вроде 1, 2, 3, 1, 2, 3, да? Только еще вот тут нужно поднять. И вот тут нужно поднять. Вот так, да? Вроде все правильно. Сейчас с этой стороны нам тоже нужно сделать. Так, ну что, с этой стороны нам тоже нужно буковку L сделать, вот так. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, тоже 6, симметрично с той стороной. Сейчас, вот так, тоже тут возводим. Только тут посередине нам нужно, наверное, окошко сделать, да? Вот так, и посередине у нас получается окошко. Вот так. Так, ну что, давайте тогда уже тут сделаем 1, 2, 3, 4, чтобы просто было понятно, как у нас тут сверху будет окно. Вот как-то вот так. Уже можно, в принципе, сделать, да? С этой стороны мы тоже делаем буковку L. Чтобы долго не объяснять, мы дали такое имя. Буковка L, да, и все. Это значит, что нужно 3 блока вот так поставить. Только я не знаю, высоко так нужно или нет. Ну, вроде только вот так, да? Сейчас с этой стороны мы делаем так же, как с этой стороны. Точно так же. Давайте я лучше утро включу, чтобы было виднее, а то ночью как-то неохота строить что-то. Вот так. Только тут нужно еще на один блок опустить. Вот так, да? И вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде вот так. Сейчас тут 1, 2, 3. Мы также делаем, как с той стороны. Вот так, да? Сейчас... Тут мы ставим вроде где-то вот тут мы ставим дерево. И с этой стороны вот тут мы делаем тоже какое-то окошко. Вот вроде вот так. Я не знаю, правильно ли это или нет. Я строю по памяти, то есть как я строил в нашем сезоне Пиксельмона, так же я и тут строю. Я надеюсь, что это правильно. Так, а вот тут я не знаю, тут вроде 1, 2, 3, 4, потом как-то у нас вот так идет, еще раз вроде вот так идет, как-то вот так что ли, ну такое большое окно у нас там. Ну вот вроде так у нас, да? Так, ну что, сейчас с этой стороны тоже так же нужно сделать, тут давайте сразу же поставим вот это, 1, 2, 3, 4, 4 блока у нас должно быть. И сразу же делаем вот тут. И выпираем на один блок снаружи. Сразу же делаем вот тут. Тут нужно будет как-то завернуть вот это, но я не помню, как я вот это делал. Я не помню, как у нас тут должно вот это быть, поэтому я даже представления не имею. Я уже сам забыл, как это я все строил. Потому что, еще раз говорю, я это строил не по картинке, не еще почему-то, а просто сам придумывал и строил. И поэтому вспомнить, как это все должно быть, сейчас немного трудно. Но все же, я решился и собрался, чтобы вам показать, какой у нас дом в пятом сезоне нашего, ну, выживания, не выживания, но, в принципе, с нашим модом Пиксельмон, да. И кто хочет, тот, в принципе, сможет себе построить вот этот дом. Тут я не знаю, давайте тут, в принципе, уже тоже до конца доведем, потом, если что, мы это изменим. Просто, чтобы видеть, где у нас будет находиться крыша. И как...
какого размера она вообще у нас будет. Вот так. Тут тоже нужно будет как-то завернуть, но я пока что не знаю как. Может. Но если с этой стороны мы начнем, то тут вот это все пусто будет. Поэтому я не знаю. Может, вот так, что ли? Как-то. Вот так. Тут это тогда уберем. Например, 1, 2 тут тоже выпирает. Тут мы ставим вот так. Так, дальше. И тут тоже выпирает на один блок. Тогда вот тут нужно как-то подшлифовать вот это, чтобы нормально выглядело. Сейчас. Я не знаю, ребята, укладемся ли мы в одну серию нашего нашей постройки этого дома. То есть, вряд ли. Так. Это сюда. Так, ну что? Уже опять ночь у нас настала. Там у нас зомбари уже спавнятся. Ну что меня тут... Да еще раз, вот. Ну так, тут тогда... Вот так, да, завернуть нужно. И поехали дальше вот сюда. Ага, вот тут у нас дырочка. И, в принципе, это как раз нормально, потому что уже видно, что у нас получается наша крыша, и она должна быть вот такой. Так, а вот тут как? Я опять забыл. Тогда давайте сверху начнем. Вот так. Наверное, ребята, в этом строительстве дома у нас будут две серии. Тут тогда давайте это сломаем. Ну, в принципе, да, вот тут так должно быть. Потому что вряд ли мы успеем это достроить за одну серию. Хоть я и вырезаю некоторые части, хоть я и ставлю что-то на паузу. И смотрю, когда мне нужно посмотреть на скринах, что где стоит. Но все же сама постройка вот этой крыши, этажа и, в принципе, всего дома, если честно, много времени займет. А плюс к тому еще нам нужно внутри что-то построить. Поэтому первая часть у нас, наверное, будет просто внешняя часть нашего дома. А вторая часть — это уже у нас будет интерьер. А тут я вообще правильно делаю? Вот тут я, походу, не... Хотя... Вот так, чё мы будем париться, да? Вот мы и решили проблему, как у нас должна быть крыша. Так, сейчас 1, 2, тут заворачиваем. И опа, да? А вот тут тогда как? А вот с этой стороны что-то у нас кривовато, что ли, получилось? Ну, хотя вроде тут правильно. Ага, может, потому что... Может, вот так как-то? А, ну да. Вот почему. Тут же еще нужно на один блок вот так сделать. Вот сейчас нормально. Так, ну что? В принципе, крышу, можно сказать, мы уже построили. Все, что нам сейчас нужно, это вот взять и вот это все закрыть. В смысле, вот так. Ну что, вот так я сделал, и сейчас нам еще... Ой, что-то я заменил случайно, ну да ладно. И с этой стороны, я же вспомнил, в смысле даже не с этой стороны, а там, где у нас кончаются наши ступеньки, в смысле вот так, да, нам нужно вот это все заменить каблстоном и также блоками. Ну, в смысле, и также ступеньками, потому что тут у нас ступеньки стоят. Вот так. И вот так, и вот так. Тут давайте поставим вот это. Ух, а вот тут у нас что? Тут у нас... Тут у нас как-то вот так, что ли, должно быть. А что у нас с этой стороны? Где у нас вход? Если у нас вход... А, тут у нас кухня, тут у нас склад, точно. С этой стороны у нас склад. Вот так. Вроде нормально. Сейчас тут мы это делаем вот так, чтобы крыша более красивой смотрелась. И вот тут точно так же. Так, ну что, с этой стороны мы сделали. Сейчас быстренько делаем с этой стороны. Опа. А чтобы, в принципе, не тянуть, мы как-то попытаемся это все очень быстро сделать. Так, сейчас. Вот тут. Я же забыл, у нас там, где заканчивается... там, где заканчивается крыша, то есть край крыши, у нас же это с каблстона. Вот. Ага, сейчас еще вот тут. Чё-то я, походу, начудил. У нас, короче, тут несимметрично как-то.
То есть тут у нас два блока, а тут у нас... Хотя... То есть... Нет, чё-то я начудил, ребята. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Значит, я, походу, неправильно крышу поставил. То есть на один блок нужно, походу, туда. Но сейчас посмотрим. Вот так. Вот что мне сначала сразу же не понравилось. Я что-то понял, что у нас не так. А вот что у нас не так. Ну ладно. Зато я уже переделал. Вот так. Ну как переделал? Не полностью еще, но все же. Сейчас. Дайте. Так, ну что, вот поправил я нашу крышу. Вот сейчас у нас уже вроде как раз нормально смотрится. Давайте опять день включим. А то как-то быстро ночь наступает. С этой стороны тоже так быстро сделаем. Я не знаю, ребят, честное слово. Ой, опять вот это нужно поставить. А, сейчас мы, в принципе, только доделаем нашу крышу. И, может, пол сделаем дома. И, может, второй этаж, в смысле, пол на втором этаже. А все остальное сделаем в другой серии, потому что нужно это все сделать как можно быстрее, но тоже не нужно затягивать надолго вот это. Ага, то есть тут, в принципе, я не знаю, может как-то вот так сделать, что ли. То есть заканчивается как-то вот так крыша. Давайте тогда с этой стороны тоже, например, как-то вот так. И вот так. И тогда еще, где у нас полублоки? Вот они. И полублоками тогда еще вот это быстренько все закроем. Еще вот сюда. Так, это, в принципе, недолго. Это. Ой, тут еще. И вот так, готово. Крыша вроде у нас готовая, да? Сейчас. Давайте еще быстренько тогда окна сделаем. Это, в принципе, тоже недолго. Только вот так. Я тоже в начале нашего сезона хотел в нашем доме сделать какие-то другие окна. В смысле, какого-то другого цвета, но... Ну, никакие, прям, ну, никакой цвет не подходил к нашим... к нашему дому. То есть, если мы ставили черные окна, то это было очень темно. Если какие-то зеленые или оранжевые, то это, ну, мягко говоря, не очень смотрелось. И еще сразу так, на второй этаж тоже мы быстренько поставим. Вот как-то вот так и вот туда. Вот так. Все, окна готовы. Сейчас вот так, давайте заходим в наш дом, да. И тут еще нужно нам пол быстренько сделать. Пол мы делаем с этого же блока. Ну, в смысле, спруса. Быстренько мы это все... В принципе, вот весь нижний вот этот этаж нужно заложить вот этим блоком. Вот так, готово, ребята. Сейчас, если я помню, то тут нужно сразу же вот так сделать. То есть это у нас получается сразу же второй этаж. Дайте я только посмотрю, правильно ли я вот это все делаю. И правильно ли оно будет смотреться. По идее, у нас тут должен быть второй этаж, и второй этаж только 1-3 блока высотой должен быть. А дома 4 блока. Ну, вроде да, вроде правильно, поэтому давайте же сразу и вот тут сделаем. Так, тут, вот тут пропускаем. То есть вот тут не делаем, потому что если мы сделаем, то нижнюю часть окна закроет дерево, а это нам не нужно. А потому что у нас там будут ступеньки, и ступеньки у нас там будут поднимать нас на второй этаж, да? Поэтому там нам не нужно закрывать, а только вот тут. Вот тут мы это все быстренько сделаем. Я не знаю, в той части вот там, у нас в сезоне находится баня, то есть гамак, мы там можем полежать, мы там можем поотдыхать. Но сейчас я не знаю, может мы тут сделаем, в этой части у нас будет кухня как бы для экспериментов, в том смысле, что будут у нас... Фусил машины вот там, компьютеры и вот это все. А с этой стороны мы сделаем обычную кухню. В смысле, у нас есть моды на раковину, на трубы, вот это все. И может сделаем реально кухню, но это мы посмотрим. Вот тут я не знаю, вот тут вроде вот так должно быть. Вроде вот так, тогда и вот тут уже сделаем. Ай. Или вот так, что ли. Да, вот так, ребята. Это нужно не деревом, а нужно шерстью. Потому что это будет красивее смотреться. Сейчас еще тут факелы нужно расставить. Давайте, хотя даже не факелы, а давайте вот так сначала поставим. Чтобы было видно, что мы делаем. И еще вот тут. Главное, чтобы снаружи не вот это
не было заметно, а то если это будет заметно, то это хреново. Но вроде как раз. Ну, в принципе, смотрите, ребят, даже прям точь-точь у нас дом получается, как мне кажется. Вот, да, лень называется. Лень с дома выйти и посмотреть. Нет, нужно ломать стену, чтобы посмотреть. Ну, вот у нас и второй этаж. Тут. Давайте сразу тогда вот тут поставим и вот тут поставим. Тут у нас вроде спальня должна быть, в смысле... Тут у нас идет склад, но склад какой-то большой у нас получается, поэтому давайте... Точнее, не склад, а спальня у нас какая-то большая получается, поэтому давайте как-то, что ли, вот тут, ой, увеличим как-то склад. Я не знаю, мне кажется, или у нас тут реально склад намного больше получился, хотя вроде вот так должно быть. В смысле, вот на один блок. Вот так, ой. Вот так, вроде, я точно не помню, но вроде вот так, да. Фух, тут, ой. Опять неправильно. Вот так. Сейчас мы уже там никак не поломаем, поэтому нужно вот так забираться. Ну, вот тут еще нужно сделать нам... Тут я не знаю как. Так может. И тут, например... Вот тут я не помню, кухню хоть убейте, я не помню, как у нас кухня... Ну, сделаем как-то так, то есть тут у нас кухня будет по-другому, потому что у нас вроде как-то... У нас тут кухня... Да нифига себе, у меня вот тут в постройке кухня лучше получилась, чем в сезоне. Вроде. Ой, ну ладно. Что у нас тут, ага. Ну я не знаю, тут реально как-то даже по-другому получилось, да залезть и внутрь. Вот. Как-то даже по-другому получилось. Тут давайте осветим тоже. А как ступеньки, я не помню. Но давайте, допустим, как-то вот тут у нас, да, начинается. Тут идут. Хотя нет, тогда уже даже. Хотя, если, допустим, вот это. Нет. Как-то у нас неправильно получается. Ступеньки, я не помню, как у нас вообще ступеньки делаются. Тут у нас вроде два блока должно быть. Так что ли? Вот допустим. Тогда у нас отсюда начинается. В сезоне у нас по-другому, я говорю, то есть. Ага. Значит, вот тут. Это тогда убираем. Это тогда продвигаем вот сюда. Дальше. Дальше. Ну, как-то вот так. Тут у нас тогда еще должно быть вот так. Вроде правильно, если я помню, если я правильно делаю. Вроде вот так. Тут тогда давайте три блока поставим. Или два тут у нас. Но там у нас вроде два. Вот так. Тут мы спускаемся. Тут мы вот так делаем. Тут. Вот так. Тут тоже давайте осветим. А тут у нас каморка, да? Как у Гарри Поттера. Вроде как-то вот так. Да, тут у нас каморка. Угу. Тут у нас вроде вот так. Тут у нас листва. Тут у нас... Вход, тогда давайте, может, с этой стороны. А тут, что я хотел всегда повесить, вот с этой стороны картину. Но даже я в... Вот. Даже в одиночку, в смысле, в выживании я этого не сделал. Вот так. Классно смотрится. И такое ощущение, как будто сзади у нас... Вот. Не картина, а блок земли твою. Нафиг. И в смысле, не блок земли, а... Дерево. Вот. Или нет, это некрасивое. Нужно вот так пускай будет. Вот. Отлично. Ну, вроде все. То есть, на данный момент вот это тогда нафиг нужно убрать, чтобы мы могли спокойно как-то туда залазить. Вот так, допустим. То есть, вот сюда. А тут что у нас? В принципе, тут можно тоже вот так поставить, но тогда у нас тут места не будет. А если вот так будет, то... Нет, это нужно убрать.
Вот тут я не знаю, что я даже в одиночке у себя не разобрался, как лучше вот это все сделать с этой стороны. То есть, видите, тут есть вот это, а с этой стороны нету. А если я поставлю сюда, то тогда не будет симметричная кухня, например. Если я это сюда поставлю, да? Вот так. То тогда, да, кажется, тогда кажется, что нормально. Вот так. Но если с этой стороны, то тогда тут будет два блока, а тут будет один блок. И это уже неправильно. Поэтому я не знаю. Ну, пускай будет пока что вот так. То есть я даже в одиночке в этом не разобрался, как нам лучше это все сделать. Поэтому будет вот так у нас. Ладно, ребята, на этом давайте мы заканчиваем уже нашу постройку. В следующей серии мы дальше продолжим это все делать. Только вот тут, знаете что? Вот тут. Тут у нас вроде вот так. И ой. И вот тут вот так. И тут то же самое. Вот так, вот так. Вот так. Ага. Тогда тут кончено получается. Ну тогда вот так. Вот мы и исправили нашу проблему. Тут я не знаю. Тут я не знаю, тут я не знаю. Один. Тут вроде. Тут вроде у нас вот так должно быть. 1, 2, 3, 4, хотя нет. Вот так должно быть. Да? Тут 1, 2, 3, 4. Вот так, да. И тут мы поднимаемся. Тут тогда баня у нас, да? Так же как. Ну, в смысле, не баня, а мы. Ну как это можно сказать? Джакузи! Во, джакузи, какая нафиг баня. А вот тут. Тут. Где у нас. Вот. Тут у нас вот так. И еще полублоком. Вот так уже лучше. Тогда тут, в принципе, тоже так можно сделать. А подъем на второй этаж у нас вроде вот тут. В смысле, вот так. Тогда тут уберем. Ага. Ну все, ребят, на этом давайте заканчивать. Прям не так, не точно так, как у нас в сезоне, но все же похоже. Ребят, на этом мы заканчиваем. Итак, серия полчаса. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся постройки, если вам нравятся вообще другие рубрики, кроме Пиксельмона или еще чего-то, то, ребята, не забываем ставить лайк. Мне всегда приятно за ваши лайки и также за ваши комментарии. И поэтому, если вы хотите видеть больше построек, не только наш дом в Пиксельмоне, а если вы вообще хотите, чтобы мы много строили, потому что многие люди мне пишут, что вот, Эдисон, ты очень красиво строишь, и, в принципе, ты можешь также делать какие-то постройки, также их выкладывать, потому что у тебя красиво получается. Но если вы хотите это видеть, то, ребята, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы действительно хотите это видеть. На этом заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.